Михаил Шилов, автор проекта «Перекур.ру», «Будушин.ру», «Блог.ру», «Макивар.ру», «Доктор Шилов.ком». Неоднократно я сам записывал, что тренировка с утра натощак – это один из лучших способов, во-первых, самодисциплины в диете, а во-вторых, чтобы быстро похудеть. Потому что сразу, если вы тренируетесь, ну, имеется в виду, что тренировка кардио должна быть. Если вы тренируете кардио с утра, натощак, то заканчивается это тем, что вы мобилизуете жиры. То есть запускается, ну, так извините, липид. Но надо заниматься не меньше получаса. Так что вперед, вот пробуйте, и вы увидите эффект. Салют.